1 000 000 гривен. Во столько оценили адвокаты медиков моральный ущерб, нанесенный Александром Сином. В Орджоникидзевском суде прошло очередное заседание по так называемому «делу врачей». Напомним, мэр обвиняет в незаконном продлении контрактов с работниками городских больниц сроком на 3 месяца вместо 3-5 лет, как это предусмотрено законом. Потерпевшие в суд не явились, но заседание все равно состоялось в присутствии их адвокатов. Запорожский мэр своей вины не признает. Следующее судебное заседание назначено на 14 июля. Начнется оно с допроса обвиняемого. Я подтверждаю свою готовность работать судом, давать свои показания, потому что абсолютно не признаю себя виновным ни в одном вине. И уже следующее заседание будет исследование по сути этих документов, вещей, ну и, соответственно, показания свидетелей. После чего будет уже рассмотрено также гражданские иски в этом уголовном производстве и принято решение.